Друзья, постараюсь быстренько сейчас рассказать, как завялить рыбку перед копчением. Смотрите, у меня здесь вялится ровно 60 килограммов кижуча. Вялится он уже 12 часов. Вялка проходит при температуре 15 градусов. Сверху работают два вентилятора, над ними тент. Вялить надо не спеша. Я вялю полчаса вялится, полчаса отдыхает. Пользуюсь вот таким вот таймером. Включение и выключение сушильно-вялочного шкафа. Обязательно работает осушитель воздуха. Вот столько водички уже набрал. Температура в помещении около 5 градусов. Кижуч уже становится плотненьким, и из него выделяется вот жирок, смотрите. Коптите, друзья, все у вас получится. Мечты не работают, пока не работаете вы, а чудеса создаются своими руками.